Тюмени задержали 4 участников организованной преступной группы. Их подозревают в разбоях и вымогательствах. Они требовали деньги с людей за свое покровительство. Известно, что лидером группировки был 62-летний тюменец, местный криминальный авторитет. Остальные участники УПГ также ранее судимы. В ходе задержания полицейские обнаружили целый арсенал огнестрельного и холодного оружия, которое, по предварительной версии, использовалось для запугивания жертв. Сейчас ведется расследование. 3 подозреваемых находятся под стражей, еще один под домашним арестом. Ранее судимы? Судимы. По каким статьям? 158, 161. В каких годах? 9-й год, 10-й, 12-й.